Городские власти предоставляют возможность отдохнуть ребятам на базе трех видов учреждений. Это общеобразовательные школы, пионерские лагеря вблизи моря и спортивный клуб. Мы решили выяснить, какой отдых более предпочтителен солнечногорской детворе. Самый массовый вид детского отдыха – школьные лагеря дневного пребывания. В районе таких 22. В эти лагеря, в городские, в этом году подали заявки порядка 1500 детей нашего района. Это школьники солнечногорских школ. Вот, и всех мы их обеспечили путевками в эти лагеря. Чем будет заниматься ребенок в школьном лагере, зависит от его возраста. Первый отряд – это ремонтная бригада. Это 9 и 10 классы ребята. Второй отряд – это трудовой отряд. Туда входят ребята 6-8 класса. И лагерь, и третий отряд – это малыши. Это ребята начальной школы. У ребят младшего возраста все как в настоящем лагере. По распорядку дня дети всегда чем-нибудь заняты. Для них устраиваются спартакиады. Они ходят на прогулку к озеру Сениш. Есть еще и кружки по интересам. После занятий вкусный обед в школьной столовой и дневной сон. Для детей вот младшего возраста у нас стационарный такой кабинет уже, кабинет отдыха, там у них кроватки стоят. И ребята в полном смысле слова отрубаются, спят, и даже порой бывает очень трудно их разбудить. Мы ходим, ну, гулять везде, мы тут спим. Ну, вот гулять ходим на корабль туда, в город. В парк ходим, еще на горках катаемся. Мне тут очень нравится, это хорошо. Дети постарше второго отряда задействованы в благоустройстве территории и работают на пришкольном участке. Сажаем, поливаем. Вчера сажали капусту. Как ученики 6-8 классов, самый старший отряд тоже совмещает отдых с трудом. Ремонтная бригада, мы красим школу, все обгораживаем тут для школы. Все делаем для школы. Два старших отряда – не просто лагерь. Это и обязательная практика для школьников. Большинство детей такой работе рады и не отлынивают от нее. Очень хорошо помочь своей родной школе. Также нас здесь очень хорошо кормят. Так вот, ГОСТ и все. Спортивный клуб – еще один вариант организованного детского отдыха. Его предпочитают игроки волейбольного клуба «Сениш». Эти 30 юных спортсменов проводят лето в тренировках. Базой детского спортивного лагеря является ближайшая школа номер 6, в которую ребята приходят передохнуть и пообедать. Их занятия спортом продолжаются с 8 утра до 8 вечера. Мы тренируемся здесь каждый день, проводим время замечательно. У нас дружный коллектив, наша команда. Нас много, все дружат. Часть солнечногорской детворы поехала по путевкам КНО в лагерь отдыха на Азовском море. Ну а выбор остальных зависит от финансовых возможностей родителей и лежит в довольно широких пределах. От поездок за границу до простого времяпрепровождения в родном дворе. Там меня ждет, ну поскольку это Англия, это будет шопинг, не знаю, много, куча новых знакомых, друзья, дискотеки, танцы. Бабушке там помогаю. Все делаю дома, помогаю везде. Футбол играем. Катаюсь на качелях, езжу с родителями там на море отдыхать и купаюсь на Сениже. Я летом как бы хожу на секцию футбола, ездим на соревнования, купаюсь, ну и как бы провожу с друзьями время, каникулы. Многие ребята успевают все сразу – и потрудиться в школе, и побыть в городе, и съездить в лагеря. Но каким бы ни был летний отдых, главное, наверное, чтобы он дал заряд бодрости и сил для нового учебного года.